Сотрудники отдела оперативно-диспетчерской службы «Черноморэнерго» круглосуточно следят за энергоснабжением Абхазии и оперативно ликвидируют перегрузы воздушных линий или трансформаторных подстанций. Все аварийные отключения и восстановительные работы координируются этим отделом. Наши службы провели огромную работу по реконструкции управления технологическими процессами. Как видите, установлен новый диспетчерский щит цифровой, в котором мы видим, в частности диспетчер, видит все перетоки и нагрузки на определенных подстанциях. Вот эта вот схема, полностью схема нашего РУП «Черноморэнерго». Здесь вот, если посмотреть, видно перетоки, вот цифры изменяются, это значит нагрузки меняются, напряжение где-то что-то если изменится, диспетчер следит за этим и, естественно, принимает меры по увеличению или понижению. Новый щит подключен к компьютеру. Любой элемент на схеме можно детализировать, посмотреть более подробную информацию. Вот это подстанция Сухум 220. Как видно, мы видим и напряжение, которое поступает по линии 220 кВт Чамчира, и нагрузку. И также видим, сколько уходит в сторону БЗИП, в сторону подстанции БЗИП-220. Помимо этого мы видим нагрузки на автотрансформаторах, напряжение по 110 кВт, видим нагрузки на всех отходящих линиях 110 кВт и токи. Точно так же мы можем посмотреть, рассмотреть на этом примере все подстанции, которые у нас уже подключены. Журнал измерений заполняется теперь автоматически. Здесь фиксируются показатели нагрузки, напряжения и токов. Ориентируясь по этим данным, диспетчер может уменьшить или увеличить напряжение, а также перенаправить нагрузку, чтобы освободить перегруженные сети. Минус старого щита был в чем? В том, что, во-первых, он был аналоговый. Кое-какие переключения надо было вносить здесь на схеме вручную. А здесь уже все автоматически показывает. И плюс еще на старом щите мы не видели защиты. От какой защиты отключается то или иное присоединение. На новом щите мы это все видим. В новом диспетчерском щите появился автоматический журнал тревог, где фиксируются все сбои на присоединениях. Отчеты о показаниях за каждый час заполняются тоже автоматически, а не вручную, как приходилось делать раньше. Эта долгожданная модернизация значительно облегчит работу диспетчерам и сократит время, необходимое на устранение неполадок. Надежда Боровикова, Сосрук Агуха, Абаза ТВ.